зарождались. Коммунизм – это самое страшное, что может быть в истории человечества. Фашизм и даже расизм – все Европа дала. И сегодня она издевается над человечеством. Нашли мальчика и говорят, что мальчика кто-то отравил. И теперь великая космическая страна вроде бы должна какую-то ответственность взять на себя. Мы что-то ни за что не отвечаем, да? А вот нашли мальчика, летел из Томска в Омск, заболел, самолет посадили и перелетел в Берлин. И страны, которые... вы Навального называете мальчиком из соображений, что он не девочка? Ему вроде лет-то немало. Нет, я не тот мальчик для бития, его избрали. А он не понимает этого. У нас уже был Ходорковский, его использовали, орали Ходорковский, Ходорковский там. В свое время мы пугаем людей. Пугаем. Сколько идиотов на планете ходит, преступников, а мы день и ночь пропаганда. Теперь Алеша. Сегодня мальчика арестовали, он надел майку Алеши. Ему хочется быть сопричастным. Что-то там происходит. Алеша герой. Алеша новый, так сказать, наш Ленин. И мы пойдем за него. Пойдем, потому что есть такие, как Кургинян. Они говорят, это идея, даешь революцию, даешь демократию, нашу, пролетарскую, нашу, навальнистскую. Коммунисты уже с Навальным, но вообще-то, понимаете? Сергей Иванович из тех, которые как раз... Идеология Алеши Навального. Вот он, Павлик Морозов, 21 век. Пожалуйста. А кто это делает? Те, кто требует, дайте идеологию. А Алеша дает идеологию, пожалуйста. Свободные выборы. На свободных выборах побеждают только коммунисты и фашисты. С деньгами затапливая всех своих избирателей. И испугом, испугом, испугом. И сегодня коммунисты, сегодня, Кургинян, требуют не повышать цены на табак. Пусть скуривается народ. Пусть спивается народ. И наплевать, голоса нужны ради партии своей. И нужны, и клевещут на ЛДПР, эти выборы были 13 сентября. Мы против пенсионной реформы. Они подбрасывают. Нет, против только коммунисты. Вы что вообще? Весь мир? Что, нету разве данных? Разве интернета? Так, вы же были против, я помню.